телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской» рассказывают о пространстве, которое преобразилось в рамках программы формирования комфортной городской среды. Во дворе по улице Садовой, 256, выполнено асфальтирование с обустройством тротуара и парковок, безопасное резиновое покрытие на детской площадке, установлены новые качели. Власти города благодарят жителей за инициативу и активность. Сейчас локацию украшают красивые цветы, хвойные деревья и кустарники. Благоустройство дворов и общественных пространств на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Совместная конструктивная работа власти и жителей, по мнению главы региона, способна принести положительные результаты. В телеграм-канале Красноглинского района рассказывают о платформе ГИС ЖКХ. Она позволяет россиянам взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней и помогает оплачивать услуги ЖКХ онлайн, получать информацию о доме, уведомления об отключениях горячей воды. Кроме того, при помощи ГИС ЖКХ можно принимать участие в онлайн-голосованиях. Более 20 лет в Самарской области проходит конкурс на получение именных премий губернатора для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух или более детей-инвалидов. Об этом напоминают в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В настоящее время объявлен прием документов на соискание премий. Срок окончания приема заявок – 1 сентября 2023 года. Премии присуждаются в следующих номинациях. Образование и наука, литература и искусство, техническое и народное творчество, предпринимательское, производственное и научное. Рационализаторская деятельность, физическая культура и спорт, общественная деятельность. Также премии вручаются родителям, которые воспитывают двух и более детей-инвалидов. Подать документы на участие можно в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Подарить технике вторую жизнь предлагают в телеграм-канале Самарского района. Огромное количество офисной техники ежедневно выбрасывается и утилизируется по всему миру, в том числе и в России. С 2018 года волонтеры проекта «Технодар» ее восстанавливают, ремонтируют и модернизируют, после чего передают в безвозмездное пользование социальным организациям, в библиотеки, клубы, дома культуры. Старая техника, детали и комплектующие принимаются по адресу Самара, проспект Ленина, 10. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 927 718 78 67.